Сейчас, короче, я сдохну, возьму медика, попробуем сыграть так. А, то есть я хэвик, ты медик, да? Да, ну просто я плохо играю хэвиком, например. Если я играю даже с солдатами, все равно плохо прикрываю народ. Ну... Так, ладно, все, я пожертвовал собой, я сдох. И, кстати, походу, еще убил кого-то, да. Иди ко мне, иди ко мне. Я уже на втором этаже, если что. Это ты, да? Да. Да, это ты, отлично. Так. Ну, наверное, не нужно тебе говорить, когда давать Uber, я думаю, ты сам знаешь. Ну, мне всегда Влад по телепатической связи, кстати, говорил. А почему я не могу вот здесь сойти? Что за бред? А нельзя, иначе это было бы слишком хорошо. И так ни на одной ДМ-карте нельзя делать. В этом-то и фишка, только так проникать. А тебя убили? Ну, как бы да. Это плохо. С флешем. Это плохо, Кирилл. Постарайся выжить, я как-нибудь доберусь до вас. А, ну, я поднялся на третий этаж. Да. Если меня... Поднимайся пока на четвертый. Я тоже сейчас на четвертый поднимусь, выбегу на улицу, тебя полечу и в это время буду спускаться. Надеюсь, что оверхилл тебя спасет. И, кстати, когда я тебя полечу, начинай двигаться вниз. С чужой ну, как базы... Ну, чтобы мне было проще. С чужой базы подняться на четвертый это... А, вот ты, да. Сейчас спускается, начинай. Сзади тебя шпион. Сзади тебя шпион. Блин, он жив, Влад. Слева, слева, Олег. Олег, слева шпион. Ну, слева я стреляю, слева. Просто он это, у него дедрингер, он на самом деле не по-настоящему сдох. Короче, я к вам поднимаюсь. Ну хиляй меня, где ты там? Да я все уже, я уже поднимаюсь по вражеской базе. А, тут, кстати, солдат вражеский. А, вы его убили, я его только хотел завалить. Меня убили. Ну, где ты? Ну, вы молодцы. Кирилл, я же говорил, что шпион где-то есть. Кирилл, где ты? Скажи мне, где ты? Да я уже на вражеской базе бегаю. Я только подошел наверх, как вас тут, оказывается, уже убили. А... Ну, меня тоже теперь завалили. Короче, я иду на вражескую базу тогда, да? Подожди меня. Ну, я сейчас на нашей базе, на третьем этаже. Вот там меня и подожди. На третьем этаже? Я уже тоже на третьем. Я уже... Теперь на четвертом. Я уже тоже на четвертом. Окей, пошли. Ай, блин, сзади пирман был. Вот засранец, хотел меня хлопушка убить. Ну я же не такой глупый, как многие медики. Блин, он убегает. О, давай, я... вперед, Олег, я вижу, что ты сумеешь. Сзади, Олег. Подпалил. Давай, я стреляю по нему. Все, минус. Все, идем спасать мир. Пошли. Будет у меня все равно сегодня перерыв. Угу. Бедный Бэтмен. Так. Блин, хоть бы меня сзади никто уже не расстреливал. Аккуратно, там справа может быть пушка. Да. Уходи, я тебя не выхиляю. Подожди, ладно. Пока у меня Убер накопится. Давай, быстрее. Давай, Убер, наверное, да? Да, пошли. Все, пошли, я тебе дам его, когда надо будет. Завершено, это было легко. Так, погоди, еще снайпер. Отлично. Еще один. Кто же еще попадется там? Да там тут много еще кого. Давай дальше, блядь. А еще один снайпер. Еще шпиона даже убил. Отлично. Эй, ну ты хиляй. Аккуратно, смотри, чтобы сзади шпион не подошел. Ну это ты смотри, скорее всего. Ну я, и даже если подойдешь шпион, я чувствую, ничего не сделаю. Тем более, что я на вас постоянно смотрю. Короче, отходи пока что. Отходи пока что, тут сзади нас начинают уже потихонечку атаковать. А, ты меня не хиляешь? Ладно. Я тебя не могу постоянно хилять, тут еще солдат просто есть с нами параллельно. Так, сейчас я убью этого бедного. Ну хиляй меня только, зачем ты солдата хиляешь, Кирилл? Потому что если солдат сдохнет, тебе одному придется загребать всю эту кашу. Нормально. Тем более медик должен уметь лечить всю команду, а не одного человека. Ну как? Ну что? Куда идем? Обратно вниз? Да, пошли. Убер уже есть, если что-то будет очень плохое, я смогу тебе 90% и тебе смогу его вовремя дать. Так, ну здесь я дал, потому что меня уже могли убить. Ну, у тебя никакого сэндвича нету? Рановато дал, конечно, ну ладно. Ну если бы я тебе его не дал, меня могли бы второй ракеты завалить сразу. Ясно.
Так что я думаю, здесь все-таки. Сзади шпион! А, блин, а. Не увидел. С пингом, конечно, тяжело было уже что-то сделать. Да, караулил, гад. Кейка. А пинг у меня почти 500. Ладно, где ты там у нас? Я пока что солдатом бегаю по базе. Солдат? Пока что держимся. Ну, мне ему, он же остался жив. Вот, кстати, вот не зря его хилял. Так, я сейчас, значит... Блин, убился об шпиона. Ты где? Я на третьем, уже почти что на четвертом. Так, а сейчас иду на... вниз, на второй. Так что беги на второй, наверное, чтоб меня... Да я уже на последнем этаже у противников. Кирилл, так, у нас, кстати, есть телепорт на их базу. Спустись вниз. Где ты? Я на втором. Хорошо. Уже на третьем. Уже на четвертом. Да, ты на четвертом. Ну, блин! Тут на меня вышел хейк вражеский, причем. Все, минус. Ну что ж, спасибо тебе. Так, тихо, у нас пироман. Сейчас это потерять даже. Пироман. А, у пиромана медик тоже есть. Ну и что, Хэвик убьет пироман, если он будет нормально играть. Ну, тут, конечно, пинг еще имеет большое значение, да. Не буду врать тебе. Но ты должен потянуть. Только аккуратно, не стой лишний раз под бомбами. Постарайся не стоять. Ой, мне бы патрончиков, если честно. Тебе нужно убить кого-нибудь, типа добрать его пушку. А так можно? Конечно, так и зарабатываются патроны. Да, не знал. Ой. Подожди, я тут еще одно человечко подхиляю. Хорошо, да. Вот жалко, что нельзя брать патроны с вражеских этих раздачей. Ну, с этих штучек. Не, ну если ты разломаешь раздачу, то сможешь из его запчастей подобрать патроны. Не понял, сколько за каждую дается, но там неплохо. Мне нужны патроны. Пошли тогда, я знаю, где их можно достать. Ладно, на конце этого коридора можно найти 100 патронов. А, в коробке. Здесь, да, понял. Да, 144, думаю, хватит. Идем дальше вниз, глянем, что там у нас. Я думаю, там что-то толком не поменялось. А, ну тут у нас железная оборона. Тут Вы только смотрите, чтобы сзади никто не напал. Может, имеет смысл туда сходить? Ладно, идем. Или все уже отсюда выгибаются. Идем назад. Да мы уже почти ихнюю базу захватили. Тут осталось совсем... Ну да. Если бы можно было ее захватывать. Не, ну можно. Не, ну имею в виду захватывать полностью. Тогда да, в принципе, мы бы ее поработили бы давно уже. Идем опять вниз. Так, да, у нас, кстати, шпиона не оказалось. Так, аккуратно тут у нас. Пироман бегает. Пироман, да. И снайпер. Ну, конечно же, я его убил. Успел, да. И пироман аккуратно. Сейчас, подожди, я еще потяну одного человечка. Я горю, Кирилл. Я горю. Да, не бойся, не умрешь. Нет, я если что, я тебе дам умер. Я понимаю, что я, может быть, все-таки напрасно его дал, но знаешь, с твоим пингом мало ли что могло произойти. Ладно. По атаке просто перестраховался, ну и мне надоело жубер держать. А то когда удержишь, постоянно думаешь, нажимать или не нажимать, но почему? Пингами, да? Ну у тебя пока со здоровьем нормально еще все. Более сейчас вот 150 ему сделаю. Я предлагаю пока... Вверх? Ну, да, в общем-то. Сейчас я убью. Было бы неплохо отходить. Он тебя будет сейчас пытаться огнем завалить. Ну, при попадании по горячему противнику из хлопушки дается дополнительные 90 урона. Да, мало. С вами он пытается... Он думает, что тебя сможет оверхильного завалить. Я его убил, все, идем. И заработал достижение... ачивку, да, отлично. Правда. Тебе нужно было сделать так при убийстве противника, чтобы мне дали за него это доминейт. Так что чё, поздравляю. Спасибо. Кстати, умер. Да, умер уже, готов. Ой, да даже как-то не весело сейчас играть, если честно. Ну да пошли еще раз их прижмем. Ладно. Потому что они не особо пытаются сделать что-то. Если бы они с медиками гуляли, было бы забавнее. Надо... Хотя, знаешь, сейчас они прорваться и... На ихнюю базу как-то зайти, ну вот именно вниз на этот, на... То, где они появляются. Ой-ой-ой. А, ну отлично. Справа пироман. Спасибо. А я за медиком охотился. А ты по медику палишь и палишь. Да. Вот, видишь, убер не зря накопили. Так бы меня сейчас сожгли бы и тебя, возможно, бы завалили. Ой, где он? Ох, ты опасно. Опасно. Слушай, к нему спиной не поворачивайся, у него огнемет критует со спины.
А это очень жуткая вещь. Оверхилл на Вархейка. Я его не увидел, у меня с Кингом закрутилась камера, и я его не увидел. Не, пока нормально все, пока нормально. Я горю, но я не сильно горю. Благодаря тому, что медик может регенерировать здоровье, я еще проживу подольше. Ну, если, конечно, меня сейчас не набросят и начнут сжечь. А можно. Кстати, пошли, пошли назад, они сейчас сзади могут обойти нас. Давай. А можно как-то вот на ихнюю базу вот им. А, ну да. Сзади! Ты прав. Жаль! Бей! Фу! Ты был отлично. Прав, Кирилл. А я прям как чувствовал, они что-то долго не выбегали. Еще одну ачивку заработал. Так. Разделение труда. Это убить вражеского медика и его пациента. Ну, я не помню, если честно. Да. Пошли обратно. А, ну да, пожалуй. Они, наверное, уже с той стороны. Кстати, я еще чуть-чуть, и я буду на втором месте. А, вот они. Ну вот, видишь? Вот они. Даже с таким пингом ты на втором месте. О, вражеский хэвик! Я вижу, вижу. Давай. Сейчас, если получится. Он, походу, даже не реагирует. Мы его убили. О, печально все. Там впереди число. Сзади, сзади снайпер, сзади снайпер. Так, сзади иду. Снайпер. Иду. Все, минус. Покажи снайпер. Ему. Все, впереди солдат только еще что. Я помню, Сейчас я сразу. Ну я думаю, вы сейчас бывает без нас. А, нет. Ну что ж, нормально. Пошли обратно. Да, пожалуй. Вот это, кстати, позанимательнее, по-моему. Хэвик, аккуратней. Вот, спасибо за умение. Вот это, кстати, сейчас позанимательнее, по-моему, чем когда я тебя постоянно пытаюсь завалить. Ну да. Или ты меня. Ну, скорее всего, ты меня. Не, ну когда как будет. Блин, у меня камера еще закручивается, реально неудобно. Не, ну так, подожди так, немножко. Диком. Хильну народ. Отлично. И Мнему тоже, и инженеры, и тебя, конечно же. Аккуратно. Не успел. Он очень больно бьет, когда разгоняется и нажимает удар. Не знал, если честно, не знал. 18 врагов за раз. Думаю, неплохо так, да? Да, это, наверное, твой рекорд. Угу. Где ты у нас там? Кирилл? Кирилл? Да? Я на последнем этаже у них! Чуть не звали. Спускайся на второй. А что ты на втором делаешь? Я сейчас на второй. Ты туда запрыгивал вручную? Сейчас спущусь на второй. Спускаюсь. Я на втором. А ты где? Так, я у них на последнем этаже, тут шпион завелся. А, все, сдох уже. Чёрт, где? Ты не умер? Кирилл, я иду к тебе, я иду к тебе. Ты поднимаешься наверх? На месте, нахрен убью. Тебя, тебя. Нормально пока. Отлично. Идем вниз, да? О, да. Убер, отлично. Есть убер, это круто. Это шпион, Олег. А, да. Перман, гребаный шпион. О! Как, я тебя удачно убердал, тебя его сейчас просто снесли. Как ты определяешь, где шпион, где нет? Вот я, если честно, не уверен. Потому что ты наткнулся... Влад, сзади, Олег, сзади. Блин, ну Кирилл, ну не путай меня с Владом, ну пожалуйста. Блин, ну я понимаю, Олег. Просто ты когда быстро начнешь сказать, я еще на автомате говорю, Влад. Короче, я шпиона как определяю? Когда ты идешь вперед и не можешь двинуться, я когда сзади. Твой напарник рядом стоит, это означает, что шпион. Блин, я застрял. А okay. Перепрыгивай их. А, ух ты, тут я вражеский понял. Демос одна. Ну сдохни. Сволочь, не успел. Ушел, гад. Ладно, нет, мы тебя... А, он убился об тебя. Так, ну чё, классно все пока. Олег, надо почаще будет вот так вот играть. Ты хэвик, я медик. На вражескую базу, и я думаю, будет весело. Я хэвиком еще не особо научился играть, поэтому... Знаешь, я много хэвиков повидал, ты далеко не самый худший. И на этом спасибо. А если учесть то, что у тебя еще пинг такой сейчас, то я думаю... Да, пингом... С нормальным пингом ты был бы хорошим хэвиком, очень даже. Но ты сейчас, в принципе, не скажешь, что плохой. Если я столько времени живу, по крайней мере, жил тогда, в прошлом раунде, то да, это многое значит. Так, идем наверх. Ты вроде как не быстро спекся. Никого нет. Ну, можно подняться. Поднимемся наверх, где-нибудь на втором этаже будем бродить. Просто здесь два прохода, либо сзади нападут, либо спереди. Сзади шпион! Так, уйди от моего медика.
Блин, это реально было. Да я в него всадил кучу пуль, как он тебя убил, я вообще не понял. Ладно, я на втором этаже у вражеской базы. Если что, заходи. Или ладно, я поднимусь. Угу. Меня убил шпион. Отлично. Да. Гадостный шпион. Ну ладно, меня тоже тут как раз убили. Телепортируйся. Да, я подозреваю тебя на базу противника. Не-а. Блин, тут шпион завелся. Да. Блин, телепорт. Супер, телепорт сломали. Ладно, придется по старому методу забираться наверх. А где блин, ты? Так. Я на нашей базе. А конкретней. Хиляй. Уже на четвертом этаже начинаю. А, мы на вражеской базе, а я думаю, че я не хиляюсь. Короче, все, я. Короче, Кирилл, спаси меня. Да, я, у меня тут впереди солдат и шпион. Сзади шпион тебе. Блин, ты что? Он меня не убил, между прочим. Я лицо убил. Я видел. Зато я его убил, если тебе станет легче. У него ты тренгер, ты его, скорее всего... Меня убили. Не убил. Я убил шпиона, но меня убил Биг Эб, по-моему. А где ты у нас там? Я уже на последнем этаже нашей базы. А, жди меня, я скоро. Сейчас буду. Угу. Блин, да, было бы чуточку у тебя получше пинг, было бы проще со шпионами разбираться. Блин, задолбали уже, опять шпион. Да развелось как собак. Все, я. Аккуратно, здесь. Олег, тут шпион где-то бродит. Сейчас я расстреляю. А, вот он. Где? Отлично, он разбился, все. А где ты? Все, я на последнем этаже нашей этой. Ну иди ко мне. Я спускаюсь, да? Да, все, вниз. Если видишь пиромана, стреляй в него, потому что он под пиромана сейчас маскируется постоянно. А сейчас под меня, наверное, будет. У нас два медика. А, да, два медика в команде, да. Нормально, все. Ты, кстати, на втором месте. Я заметил. Тебя не так, постарайся только не умереть. Не если умереть, ты меня будешь стрелять, я не умру. А, да какой же. А как он столько живет? Его никто не хилял вроде. Как он столько живет? Я, кстати, сейчас в ловушке. Я на первый этаж побежал, но, блин, походу меня сейчас запалят здесь. А, меня сейчас. Но я же. У меня было 84% убер. А где ты? А, черт, да я все, я уже на резке сейчас буду. Ну я тебя жду, в общем. Я здесь. Сом какой-то завалил. Вот идем. Ой. Ну, пошли вперед, чё. Но зато народу стало больше, видать, все Новый год встретили. Сзади кто? Сзади нас пироман. Это... Да, это пироман. Это огненный топор он на тебе применяет. Хиляй. Ну я тебя хиляю так потихонечку. Надо, наверное, быстро... А хотя, нет, быстроправ тебе не нужен, иначе... А я тебя не смогу это? Хиливать. Что это оберпушка так называется, быстроправ. Она быстрее лечит, но не делает оверхил и не дает убер как надо. Она ускоряет только в 3 раза лечение вместо убера. Но это бесполезно. Ерунда, она тебя не вытянет на серьезном. Ух ты! А, Олег, я промахнулся, я упал на. Я внизу. Так, аккуратно, у тебя там этот. Пироман. Все, лучше ты, конечно, убер использовал уже. Ай, меня убили. Ну что, нарез? Да, нарезка, давай встретимся. Пошли еще пару заходов сделаем хотя бы. Я думаю, пока можно прерваться в ТФ, потому что реально сколько времени играть. Ночью как-то, блин. А у тебя и не то, чтобы я спал. У меня сейчас 3:35. Ну, у меня где-то... Час. Пол второго. 4:35. Ну, да. Пол второго. Я так понимаю, ты все еще снимаешь? Там, наверное, размер записи гигантский. Ну, а я вырежу самые такие не очень моменты. Всем будет окей. Ну что, поехали? Да. Да, мне жалко эту скаут, это было так самоотверженно пытаться завалить хэвика, которого хилит метик в упор с пистолета. Это да, это, наверное, нужно много смелости иметь. Сзади пирман, сзади пирман! Олег, спасай! Фу, господи, спасибо тебе, что ты есть. В роли хэвика. Союзника. Так.
Фух, а он хотел сделать западло, да? Сзади Хейвик вражеский, спереди пироман. Ух, ну... Я не знаю, на кого-то... А, все, Хейвика нету. Хейвика нет. А, где... А, вот и пироман, да, я его вижу. Старайся убить. Так, это плохо все. Да нет, я... О, я очень... А, нет, не получилось убить. Вот, спрятан. И вот интересно, сзади кто-нибудь нападет на нас или нет? Там только один солдат держит. Давай назад. Да, пусть эти ребята здесь тусуются, а мы с тобой прикроем тылы. И если два Хейвика и два медика будут... Нет, можно в другой проход пойти, они оттуда оттуда будут выбегать. А, вряд ли они оттуда. Закроем. А если их там другие медики будут жать с другой стороны, то они наверняка через это попытаются выбежать. А тут мы будем стоять, их будем валить. А вряд ли они оттуда сейчас. Ну а, ну тут Хейвик есть. Не, ну знаешь, один Хейвик без медика, он... Ну ты понимаешь, что убить его не так-то сложно. Тем более, что когда ты находишься рядом с креслом. А, слушай, они убили Хейвика другого, пошли на ту сторону. Давай. Блин, он со своей тяжелой пушкой так медленно ходит. Ну, это пулемет. Что ж ты хочешь? А, Хейвик. Ну, это уже другой появился. Все, три Хейвика у нас. Нет, так, я имею в виду у врагов Хейвик там был. Отлично. Олег, я думаю, лучше сейчас... Сейчас я убью эту сволочь. Все, идем. Я просто пытаюсь всех отхилять немножко. Да, я понял. А! Так, у меня 7 патронов. Ой, это плохо. Так, у меня нет патронов. Хиляй меня, хиляй. Кулаками. А я что делаю? Я его убил? Нет, не убил. Наверное, возьми... Так, ой, тут... возьми пушку с этого... Все, ты приобрел патроны, наверное. Да, сотенку. Сотенку. Пошли сейчас. А, ну давай сюда уже отступать. Я что-то как-то не хочу. А мне, конечно, понравилось. Alone versus 5. Типа один против пяти. Ну так он сам выбежал, мы его не заставляли драться с пятью людьми сразу. Так. Я поэтому не понимаю, да, вот этого оправдания. Давай типа, обратно наверное, вниз, да? Да, давай. Подожди, сейчас я опа, отхиляю нему. Аккуратненько. Ну, блин.